Да-да-да-да-дам. Прошу прощения, что усомнился в ваших присутствиях. Просто в чате никто не писал, я поэтому и подумал, что, наверное, ушли все. И я сижу один и одиноко гоняю самурая и его катану. Тонфу, простите, мы же с тонфами бегаем, действительно. В проводах запутался. Пардонте. Я сейчас распутаюсь. И мы продолжим. Не, ну это. Мне вот интересно, что за титулы такие? А, мы же вспоминали. Подождите, а что, очки престижа можно было тратить? Это первая игра, пожалуй, где можно тратить очки достижения игры. Ну, то есть ты достигаешь достижения и такой, о, прокачаю с помощью, вот, блин, или нельзя. Я просто боюсь, а вдруг потом никак это не вернуть обратно. А я-то хочу прокачать все и сразу, и уроны жизни элементальные. Сопротивление магиям там всякое. И тому прочее подобное. Так, скелет. Сможем мы быстро убить скелета, пока не воскрес вот этот вот перец? Мне кажется, вряд ли. Ого, прошивает как. Бронебойными бьет, пес. Да нет. Смогли. Смогли. Справились. Молодцы. И что за дверь? Да тоже силой удерживается. Кто там такой сильный? Кто там такой сильный? Ну выходи. Ладно, выходи ты. Раз сильный не выходит. Вот как. Теперь все понятно. Это его дух здесь охраняет. Маматори Юшимицу. Там сразу, кстати, два челика стоят. Так, а как бы с ними поступить? Яд вряд ли на них будет действовать. Это ж камни, правильно? А по очереди их согреть. А, он один. Это облегчает. Ну, не совсем. Потому что кто-то невнимательный. Весьма. Весьма невнимательный, я бы сказал. А ну давай, верхний стой. Пардон. Не будем выпендриваться, короче. Ух, сейчас бы он не зарядил, если бы я не добил его. Было бы, кстати, очень больно и неприятно. Стена? Стена, в смысле? Так, ну мы помним, как стеной общаться. По-моему, не так. Прости, стена, я не забыл. Дать 5! По-моему. Вроде как. А мне нет дать 5.
Ну, вряд ли. Дразнить, похлопать. Давайте вместо похлопать вот дать 5. Ой, блин, а теперь не сработало. Она не хочет давать 5. Она разозлилась. Хоть камни кидать. Хватит камни кидать. Не, ладно, как били, так и бьем. А то я сейчас опять понавыдумываю всяких стратегий, типа сильными ударами бить, слабыми, но быстрыми. И в итоге помру, как дуралей. Давай, стена, обнимаки. Хватит швыряться. Швыряться, хватит. Вот я тебя по руке ударил вообще-то. Это нечестная стена. Я ее по руке бью, а она хоть бы хны. А она хоть бы хна. Интересно, эту стену с двух сторон было видно. Просто я первый раз ее не увидел. А! Понятно. Баня! А мне и восстановить нечего. Но мы все равно искупаемся. Потому что тут есть пупсики. И они закончились. Зато на нас висит приятный баф, который постепенно восполняет ХП. Оно, конечно, нам не сильно-то и надо пока что. Куда я маку? Где эта сила-то? Пошли искать. Ну, пойдем. По-моему, правда, я не туда пошел ее искать. А, не-не-не-не, все нормально. Здесь был один ход, в котором, возможно, эта сила спрятана. Но это не точно. А возможно, что двери эти не откроются. Они закрыты, чтобы у нас тут был максимально лабиринтуризированный уровень. Лабиринторезиновый, есть вообще такое слово?
Что-то еще шумит. Стражами разрублен. Тоже стражами. Как будто кто-то еще где-то махает чем-то. Давай, повыпендривайся чуть-чуть. Это плохая была идея! Давай повыпендриваемся, сиди-чуй. Да, ёпарасоте, ну как тебя бить вообще? Ой, а чё, стражи заново не появляются? Выпендривался. Да, ну хоть стражи заново не появляются. Это, конечно, радует. Самурай! Головундель, почесундель. Так. Здесь самураев не было. Здесь был страж. И вот там дальше страж, которого нам победить не удалось. Давай еще раз. Что-то я не получилось там. Что-то пошло вдруг внезапно не так. Не знаю уж как это. Такое могло приключиться. Для меня это загадка, знаешь. Где шебуршит? Есть! А? Понятно. Это башка шебуршит. Больше никто? Окей. Стрелу дайте. Пульки дали, мушкет дали, мушкет, пульки. Стрелу не дали. Жадобины. Жадобины, что могу сказать? Давай, иди сюда.
Блин, фиг убьешь. Да вообще. Лысая башка, дай пирожка, она их такими горячими выплевывает просто, что у меня тонфы загорелись. Глупая башка. Вроде, конечно, пирожечно обеспеченная, но глупая. Слишком горячие пирожки. Это плохо. Это для гора не... Что я хотел сказать? Для организма плохо, вот. Тоже горячее тесто есть, это вредно. Вредно. Кто это сказал? Ты сказал? Я тебя вижу. Я тебя вижу. Если это она мне, то мне лестно слышать такие речи. Так. Ядрить лабиринт, надо было зарисовывать. Я не помню, куда мне идти. В смысле, я не знаю, куда мне идти. О, пельмешку нашел. Иди домой. Человек-пельмень. Хотелось бы, конечно, все здесь исследовать. А, вот, я нашел ту штуковину, которая, видимо, сейчас все двери пооткрывает. Может, ее активировать, потом дальше бежать? Нет, надо бежать дальше. Приключения зовут нас. А, ну ладно. В принципе, ничего страшного. Да, блин, хоть мушкет ставь. Ладно, а есть у меня мушкет хотя бы... синенький. То походу с аркебузы я никогда не постреляю. Ну вот, даже прокачанный мушкет есть. Давай этот 188 атака. Да и пульки есть, как-никак. Все же поприятнее, чем с пустой аркебузой бегать. Аркебуза. Господи, что за название? Так, ну, активируем. Прикрыть глаза. А вы знаете, светлее, по-моему, стало. Обычно, когда глаза прикрываешь, все-таки, ну, темно становится. Даже если прищуриться, все равно как-то темно становится. А тут отнюдь. Даже светлее. Так, ну давай, ты первый. Я же знаю, ты встанешь. Как узнать, бывают ли в этой игре мимики? Будем надеяться, что не бывает. Иначе это плохо кончится. Или мы уже встречали мимиков? Так, экипировочка вроде неплохая. Понападало. Тяжелый военачальник. Тяжелый.
Пластинчатая броня. Белая ерунда. Тяжелая. Стрёмная. Тяжелая. Силы мало у нас не хватает для этой. Да и тяжеловата она. Коты! Во! Коты-коты! Силы не хватает опять же. Вроде как бы неплохо. Вроде как бы. Но! Силёнок недостаточно. Нужно 7, а у нас 6, наверное. Или вообще 5. Что, кстати, тоже возможно. А вот это красивая. Я бы ее надел, если бы у меня сил хватало. Надо силу прокачать. Сил нету, чтобы носить некоторые из одежечек. Это прям позорище какое-то. Позорище. Обереги. По редкости давай тоже. Ящичек лекарств. Снижение урона, чувство амрита, неограниченные эликсиры, бонус к привычности. А здесь что установлено? Оберег Амори от молний. Оберег Амори от молний. Шанс выпадения экипировки. Свиток кошачьей походки. Б, это что? Увеличение времени. А, ну понятно, ерунда, короче. Надо на что-то другое менять. Вот. Оберег Амори, Амамори от земли. Против земли плюс 16. Защитный эффект магии. Б минус. Бонус к привычности. Увеличение времени действия Амёда. Талисман молний. Не, ну все равно получше, мне кажется. Так. Теперь нам доступны все двери. И это немного пугает. Вроде бы, конечно, ну ничего страшного. Все же хорошо. С другой стороны, дверь открываешь, а там зомби. Зомби-самураи. Кто, 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 где? Ну вот, я про подобные случаи и говорил. Один он тут был. Не скучно ему здесь было. Те хоть вдвоем сидели. Могли партийку в пасьянс поиграть там. Партийку. Не знаю, что еще делают два скелета в запертом помещении. Чем они еще могут заниматься? Это мы туда ходили. Грубо говоря, приключения мы оттуда и начинали. Центральные двери, наверное, пошли открывать. Может быть, на этом алтаре помолиться, чтобы отсюда в случае чего начинать. Хотя, имеет ли это смысл отсюда начинать? Это с кем он тут сражался? Прям посередине помер. Убийца-преступник. Преступник? Какой такой преступник?
откуда здесь вообще преступник. А, ну вот, центральный вход. Ну что, с мушкета побахаем маленько. Эх, промазал. Опа. Ну, наверное, хватит тратить пульки. Ты преступник? У нас там копье максимальной привычности достигло. Интересно. Что интересно? Скелет, ты не подскажешь мне? Я вот начал говорить и не могу сформулировать мысль, потому что ты меня отвлекаешь. Короче, это ж по идее можно, ну, типа, взять то, что ты собираешься прокачать, засунуть во второй слот. Ну и пусть оно там качается, а ты бегаешь с тем, что у тебя уже прокачано. Так, аркебуза очередная. Вот и куда мне ее? На нее патронов нету. Что мне с ней делать? Пусть лежит. Так, ну нам прямо. Тут, кстати, тоже двери-то были заперты некоторые интересные. Вроде как бы. Кроме той, что в самом, ну, впереди. А где вот, я не помню, где еще были двери. Ты живой? Наверное, нет. Здравствуй, Артём. Артём Раваев. Да, игра классная, сложненькая. Экшоновая такая. А я уже заблудился в этом лабиринте. Это же были двери. С бонусами вроде бы. Наверх. Это баня. Хотя фиг его знает, с бонусами эти двери были там, без бонусов. А море от моли? Может быть. Привет, кокосик. Ой, да пофиг, открывай! Ща поглядим, чё тут. Так, ты кто? Если не могу нацелиться, значит человек добрый. Тем более на индикаторе вон желтеньким отмечен. Чё такое, рассказывай? Что у тебя тут? Да, да, долгий путь вообще делал. Она нам помогать будет. Ага. Ну ты молодец, ты молодец. Подожди, я потрогаю, помолюсь кому-нибудь. Местным, в общем, богам вашим. Навык или не навык, стойкость или не стойкость, сила или не сила, или не сила. Мне... Я силу хочу, потому что... Потому что... Не знаю, какое слово подобрать. Потому что мне не хватало на какую-то крутую одежку. Вот почему. Так, подношение. Давайте все предметы, все беленькие отмечаем. Желтые оставим на разбор этому кузнецу. Восемь семьсот. А сколько надо? 9500 надо. Ну ладно, придется пару желтеньких предметиков продать.
какой-нибудь мушкет, например. Жалко, конечно, тонфы, а что поделать, у нас самое лучшее. Подожди, ладно, тонфы оставляем для слияний каких-нибудь там непонятных. Вот, молотки, топоры, хадзюмоди, адзибуди, вот эти вот. 634, 770, 914, все, достаточно, да. Эликсирчик, хорошо. И переодеваюсь. Сейчас, тетя, подождешь? Я переоденусь по-быстренькому. У меня тут... А, нет, подожди, я не переоденусь. Я забыл прокачать уровень. И еще силушку. А то предметы не наладят. Все, сейчас побежим. Сейчас пойдем воевать. Ты только подожди. Я еще вот тут вот тонфы поразглядываю. Надеюсь, ты не против. А синие это стрёмные, да? А, не, наоборот. Синие это покруче. Вот какой-нибудь фиолетовая бы тонфа упала. Чё мне падает всякая ерунда? Вот как, ей-богу, как в Path of Exile играю. Там то же самое. Бегаешь, бегаешь. Насобирал легендарок, а нужной легендарки нету. Вот, ну, на твой класс вообще нету. То там эти жезлы. То... еще какая-нибудь фигня. Чё к чему? Я решил второе оружие такое поставить. Лук есть получше? Лука нет. Ну, ладно. Так. Пошли поглядим. Тяжелое. Это легкое. Вот среднее. Правда, брони очень мало. Чё я там надеть-то хотел? Чтобы сильно еще и вес не перевесить. Робо, в принципе, меня устраивает. КТ. Нет, не КТ. А что тогда? Не знаю. Не забыл. Штанишки какие-то красивые хотел. Да, вот, штанишки вот эти хотел я. Тапки, может быть, нормальные. Тяжелые тапки тяжести. Нет, не хочу. Вот сейчас обижусь и буду носить только фиолетовое. Придется перекачиваться, правда. А ну-ка, дай я. А ниндзюцу-то все равно прокачивать. Ты что, за мной прям будешь ходить? Аккуратнее там. То есть, получается, я открываю одно, оно открывается все подряд. Я запутался, ладно. Где там тонфы еще покачать, может, маленько еще тут у нас неизвестно. Требует нижние стоки, наносит удар ногой в две точки. Угу. Это из блока, да? Прикольно. Только это можно выучить. Тогда я потерплю, поднакоплю и, может быть, что-то другое прокачаю. Ну чё, пойдем, тетенька? Пошли воевать. Конечно. А, сейчас глаза прикроем. Да, дави руками. Все, открылось. Да-да-да, очень интересный трюк. Ты хоть вообще понимаешь, что нас ожидает, скорее всего? Ой, промазал. Как же круто он перезаряжает их.
все умрут. Да, 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 абсолютно верно. Абсолютно верно. Но до босса, я думаю, нужно сначала разобраться вот с этими чибриками. И вот с этой фигней, которая меня бесит аж. Аж бесит! Так, стой на месте. Чибрик. Давай, близко не подходим. Надо аккуратно все-таки. А ну, покажи, как ты. Как ты умеешь, а ну. Ну, я не ожидал, что она настолько сильная женщина. Я думал, сейчас тут будет урон, типа... Плюх-плюх, пыщ-пыщ. Она нифига ему зарядила такая по-щецким. Так... Так отдала ему нормально по-мужицки. Ты от меня там не убей. Пожалуйста, ладно? Аккуратнее мечами махай. Не переживай. Бьешь-то ты сильно, еще и меня убьешь. Ненароком. Эх. Учись, студент. Действительно. Я ее хотел научить, а оказалось того, но кто кого должен учить. Свеча! О, тетя! Я свечу нашу. А ну. Так. Она, кстати, вот сейчас будет мешать вот этими вот своими инсинуациями. Нифига. Ой. Вот я тебе говорил, ты мешаться будешь там мне. Ну, урон у нее, конечно, хорош. Хорош урон, ничего не скажешь. Прям бьет она четко, метко, точно в цель. Слушай, так может ты сама как бы разберешься вот с этой черной жижелицей? Блин, нам бы вот это вот товарища сагрить. Нет, другого вот он впереди стоит. А! Тьфу, ё красота! Я-то думал посерьезнее что-то. На, толстячок. Ну, видимо, может быть, было рассчитано, что... Что мы сейчас всех рыцарей наагрим. И такие, о, мы баклажаны. Кстати, она, по-моему, сдохла. А! На! Кот или гриб. Вы это там тетеньку что ли ушатали? Мусьё. Ща подойду, подожди. Ща тут фиолетовое что-то выпало. Все, бегу на помощь. Бегу. Как ты там? Как ты там? Стыдно? Да, как бы, ничего стыдного. Я вообще-то показал себе не с лучшей стороны. Это мне стыдно, на самом деле, что я не смог тебя защитить. Прости меня, маленькая вьетнамская женщина. С большим мечом. Ты уныло. Ну да. Да, я хотел посмотреть, как же клево модельки прорисованы, сделаны. Прям вообще здорово. Броня вот эта вот старая японская, самурайская. Блин, вообще классная игра.
Я прям кайфую. Вот и не ее. Иди жми кнопки. Молодец. Ой, кажется, сейчас будет битва с боссом. Или нет? Тут у кого-то круг в голове торчит. Или это элемент брони такой? Или ему насквозь проткнул? Я рука давать тебе, китаец. Держи. Вставай. Эй! Ты чё? What are you doing? Фунака то юга. Ксатте мо мео. Упс. А, она поняла, что это не ее. А, это тот главный босс. I found you. Доно! А ее господин, вон он валяется без шлемака. Доно. Well, well, well. I never expected you to follow me all the way to these godforsaken islands. You will return what you took from me. Now. Now. Sorry. So this spirit's part of my collection now. Че, типа, с ним теперь надо биться, что ли? Так ты же читерить сейчас будешь, ты же колдун маг в пятом поколении, 100%. Ой. Блин, знать бы еще, что он умеет. Это больно как-то было. А ну, ловь. Нани куре! Шпуки туре! А, подожди, я пельмешку снял. Он... Птичка! Напугался? Ну блин, напугайся! Да отвали! Татипана! Мунасиги татипана! Мунаси... На! Пожри лапши! Ой, я не успел. Мунасига татипана. Подожди. Пельмени нужны. Почему я дерганый какой-то? У меня что, геймпад сломался? Так, хорошо. Вот так вот, сладенький мой. Я ж говорил, ты читерить будешь. Чё ты там наколдовал за спиной мне? Где ты чё наколдовал? А ну признавайся, пёс. Давай как дураки ходить вокруг. Ну ладно, давай, нападай. Колдуй свою фигню. Ой, а вот это нехорошо. Вот это как-то не очень. Ой-ой, вот это неожиданность. Не детская, конечно, но вполне такая взрослая. Слушай, хватит вот это вот выпендриваться. Ой. Блинский блин. Ну и тебе за. Чтоб ты не расстраивался. Я, мне пельмешку, тебе бомбешку. А? Как тебе? Так, тихо, не торопимся.
знаем, что всякое может произойти. Ну и естественно по скрипту. А, не, это не по скрипту. Это он меня чуть не убил. Вот я про это и говорил. Не торопимся, не торопимся. А то начинается вот эта вот писечка осталась маленькая, да? И начинается вот это. Фух! С первого раза. Я когда занимался боем на мечах, у нас один принес катану. Наш Васька ее пополам разрубил полуторным мечом. Слушайте, может ему пнуть еще? А чё он? А чё? Ну, наверное, это типа сюжет дальше. Ну да. В смысле прервано? Я же выполнил задание, нет? Женщина куда-то убежала. Больше, собственно, здесь ничего не осталось, кроме какого-то большого кокона, который наверняка можно что-то с ним сделать, но не сейчас. Ну, судя по всему, это конец заданию. Этот выдохался. Ну да, 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 а чё, мне больше некуда и нечего делать. Ну, слава богу, я думал, зафейлится сейчас что-нибудь, а тут просто заставочка. Какой милый у него песик. А, мы душу выбили обратно в Император или в кого там. This spirit guided me to the Amrita. Это ж, типа, моя феечка, нет? Чё? Прозвучало, конечно, не очень, но... Но если б я был Питером Пеном, то нормально. It's time to move on. Блин, он тупо умеет телепортироваться. Крутые способности, конечно. Инь и Янь. Ано Шигоре. Онуши ни тотте дайджина моно раши на. Я не качал катану. Дайкири. В меня вселился Хатико! Тоно га икоку ни шуппэ шита ночи. Тайко хидеёси сама га ятте кимашита. Тайко сама о кобами. Джигай шита тосите. Тоно га. Тачибана но тами ва доу нару нока? Го ушинай си ва гами. Коно саки нагаку ва аримасу май. Шикаши. Тоно то чикара о авасе, тами о мамору. Има ва соре даке де урешу гозаимасу. Не два Хатика. Это у меня третий, что ли? Удобно. Как много у них Хатиков. Райкен. Интересно, а что Райкен умеет? Еще, наверное, заставка будет. Нас же как-то должны подвести к следующему... К следующей главе, к следующему уровню, не знаю, как назвать. Третий не лишний, да. Мастер Ханзо, я искренне благодарен вам, но помочь господину Токугаве не смогу. Я скорее покончу с собой, чем забуду о своем долге перед господином Хидеёси. Что же касается тебя, сэр Андин, верно? Твои боевые навыки поистине впечатляют.
позволь мне представить тебя своему господину, лучшему тактику, какого тебе доведется встретить в жизни. А вот тут добавлено новое задание «Путь воина-новичок». Путь Амёда-новичок. Доступно новое сумеречное задание «Извивающийся призрак». Задание сменилось на сумеречное. А чё, они пропадают, что ли, через некоторое время? О, там зеленая шмотка. Фиго себе. Ну, сумеречная — это жесть. Я с этими-то еле справляюсь. Дополнительная. Просьба Гентио. Тут еще дополнительная. Перейти к следующей области. Уже? Да? Что так быстро? Уровень задания 125. 125. Ну и 15. Да. Здесь дополнительно. Эх, одну пельмешку не нашел, ёпрасоте. Блин. Пойду в дадзё. Так. Основа — путь воин-новичок. А чё, его не выполнил? Ну, пойдем. Так ты и есть, сэр Анзин. А ты неплохо смотришься. Кто, я спрашиваешь? Маруме Нагайосе, величайший боец в мире. Я тебе наслышан от господина Мунесиге. Использовать боевые техники от собственного изобретения в бою с бандитами и йокай — это впечатляет. Не хочешь ли изучить настоящую технику боя на мечах? Можешь считать это началом обучения искусству школы Тайся. Готов? Давай попробуем. О, Артёмка, Артёмка! Ты уж прости, но я человек... Принципиально. Я банить не буду, предупреждение выдам. У нас не матеряться, вот в правилах чата написано. Сейчас только у меня появится что-нибудь, а я отвисну. Дрить, все залагало. Ну ладно. Ну, может, никто не видел. В общем, да, не надо в следующий раз. Мы без матов стараемся обходиться. Ты будешь первый человек, которому я ничего не сделал за мат. Ой, а я с голосом-то угадал, слыхали? А чё делать, дядя? А? Дядя! Дядя! Чё делать? Я могу мечом! Ой, прости. Слушай, а что тебе надо-то? Что ты от меня хочешь? Ну, изучение навыков, ну. Катана-матана? Что тебе надо? Ну, давай вот это изучу. Доволен?
Привет, Ализа! Дядя на бомжа похож. Бывает. Чё он от меня ещё хочет, этот дядя? Я все назначил. Алло, дядя. Что тебе надо от меня? Убегу и буду жить в камнях. Не будешь со мной разговаривать, если... Да я ж выставил. Тут больше ничего нельзя выставить. Кимича, ну. Вот она, Кимича. Во всех... А, водная... Не, просто... Откуда она там взяла? Ее не было. Что делать надо? А, мне по морде дали за... Я забыл посмотреть, что это дает вообще. Наверное, надо было просто победить их, да? Погоди, а что это дает и как это использовать, водня тень? Водня тень. А-а-а! Ну, короче, она у меня не получилась. Я их так победил. Пофиг. Поехали дальше. Да. Я молодец. Я выполнил все задания. Хотя и водня тень у меня не получилось. Что странно. Я тыкал вроде там в нужное время. Неплохо! Тебе есть над чем поработать. Можешь меня не благодарить. Я и сам узнал немало нового о том, как сражаетесь вы, самураи и чужестранцы. Впрочем, моим ученикам с тобой явно не совладать, так что в следующий раз я сражусь с тобой сам. Надеюсь, тебе это так же интересно, как и мне. Да! Что там еще новенькое было? Путь омёда новичок. Да, на тебе деревянный меч. Иди убивай всех. Такой визит – большая честь для меня. Кстати, сэр Анзин, не интересует ли тебя магия омёда? Уверена, если ты добавишь ее к своему впечатляющему арсеналу способностей, то станешь величайшим охотником на демонов. Я пока лишь учусь искусству омёда, но могу поделиться с тобой своими скромными знаниями. Маги омёда пользуются потоком энергии Ки, порождаемым взаимодействием света и тьмы, чтобы изменять себя, других и даже саму природу нашего мира. Тебе, несомненно, пригодится умение управлять Ки. Ну, давай. Поуправляемся с помощью Ки с женщинами. С женщиной. Одна тут одна. Ладно, я уж... Так...
самонадеянно. Предположил, что их сейчас будет целое множество. А что делать? Начинайте, говорит. А что начинать? Локон знаменитого мага Амёда. Я надеюсь, мне скажут, что мне нужно изучить. Прядь волос спавшего в бою знаменитого мага дает очки навыков Амёда. С древности считалось, что волосы умерших заключают в себе волшебные силы, способные дать силу и защиту тем, кто их носит на себе. Приклею волосок себе на грудь. Теперь я тоже маг. А мёда. А, изучить забыл. Ой. Магия. А мёда. Взюх. Огненный шарик. Чего еще? Все, только огненный шарик надо было изучить. Ну и ладно. Так, изучил. Подготовьте навыки. Ой. Подготовить. Ну я, кстати, умею и так без них вот это вот все. Я не знаю, что они мне тут это. Чего? Только я забыл, куда-то вставить надо, наверное. А, назначить кнопку. Талисман огня. Талисман не огня. Сейчас мы себя заталисманим. Ух ты, а чё он так быстро развалился? Потому что это обучающий был. Этого достаточно, говорит. Чё-то изи. Кагибунши нонджуцу. Хотя это скорее катон, чем кагибунши нонджуцу. Ниндзюцу. Превосходно! У тебя явно дар Камёда, и его развитие зависит только от тебя. Встретимся же снова, когда придет время. Ну да. Так, святилище. Не знаю, могу ли. Могу ли. Могу ли могуля. Повысить себе навык. Или стойкость. Или навык. Ну такие циферки красивые. 7, 7, 12, 8, 16, 16, 5. Вот 5 и 11 мне не очень нравится. Придется магию прокачать. Просто потому что, ну вот как бы, ну что это за циферка такая? Да. Следующим будет дух. Не знаю, зачем он, но он будет следующим. Да, об этом уже все сказали. Не знаю, он отдаленно напоминает все-таки. Мне кажется, просто совпадение. Хотя, как знать. Может быть, посмотрели на успех Ведьмака и такие, а давайте тоже нашему сделаем как бы красивые волосы. Седые. Не-не, 海の向こうのお話を聞き.
Можно расспросить тебя о твоей родине. Скажи, мечи у вас сильно отличаются от наших? Да. Правда? И какими мечами удобнее пользоваться? Полагаю, ты предпочитаешь знакомое тебе оружие. Меня беспокоит лишь то, что моих навыков может может оказаться недостаточно, чтобы выковать оружие, соответствующее твоим ожиданиям. Все нормально. Куй, кузнец! Бронюка. Бронюка, куй? Или нет? Подожди, дай-ка подумаю. Не, ничего не хочу. У меня нету моток волос Йокай. Наверное, этим надо будет пользоваться позже. Я не знаю, зачем мне это оружие. Я типа пооткрывал, да? Эти, как их, рецептики. Инструменты. А, это понятно. Своеобразный такой, как бы это сказать, не крафт, а из там 10, да, вот, белых предметов получается один желтый. Из 10 желтых потом, ну, ясно, понятно. Я как-то тут пока не разбирался, я думаю, пока это оставлю где-нибудь там. Так, у меня есть штаны специальные. Давайте-ка их забульбехаем в слияние. Вот у меня, например, который я ношу, да, вот эти. А сюда вставим. Вон оно было. И что это будет? Это ерунда, по-моему, будет. А, вот что получится. Где что получится? Почему я не могу посмотреть, что получится? Вот то справа получится. Ну, знаете, ничего не изменяется, вроде как. Вот то, что есть. И то, что получится. В чем разница? Я вообще не вижу разницы. Или результат все-таки рандомный будет? Да. Только зеленые. Неплохо. В смысле, понятно. Я-то думал, без разницы вообще. Так, оружие. Нет, не новые предметы. По редкости. Давай вот эти вот. То давайте разбирать. А можно отметить несколько? Тут такое множество просто предметов, что я не знаю. Синие оставлять, не оставлять. Всякие атаки классные вроде. Или оставить фиолетовый, а остальное разбирать. Тем более у нас Асуфун и Бидзен одинаковые почти. А, нет. Лук хороший выпал. А, вот он, Райкири, я потерял его. Может, вот его, наверное, не надо разбирать. Остальное разобрать. К чертям.
разобрать. Да, сколько это будет стоить, кстати, я не посмотрел. Да. А чё топор? Забыл. Синие тоже разобрать. Ой, я и фиолетовый разобрал. Нормально. Ай, баклажан. Так, что тут надо? Сложение сила. Несравненный воин Запада. Вещица, конечно, классная. Но смысла в ней пока нету. Суйкан. Ой, это ж мне только выдали, или нет? А я там тоже то уже разобрал, да? Для мага. Пофиг, ладно, я не маг. Забейте. Да все равно магия какая-то ерунда. Кому она нужна? Выделить все и разобрать нафиг. Правильно. Правильно. Да, редкий, необычный. Все под это... под разбор. Надо будет что-нибудь выбьем хорошее. Да. Вот так вот. Да и эту тоже фигню разобрать, да. Да. Все. Оружие мы и так разобрали, хватит разбирать. Перековка. Хочу перековать тонфы. Перековать. Ладно, я передумал. Слишком сложно. Матадозо. Матадозо. Рататории. Это чё? Случайные встречи. Стать гостем. Помочь кому-то. Склад. А у нас есть что на складе? Понятно. Всякие стрелы, пульки. Что это вообще здесь делает? А, это после того, как мы в начале игры побегали, вот всякие штуки понадавали. Ладно, пусть валяется. Так, окей, перейти к следующей области. По-моему, она такая же. Или нет? Камбе-дорога, сенью техайсте кудасатта. Ваши ва, Осака ни орареру Иеяс-сама е,
Ишида-гата-ну-моки-о-цутай-ни-майру. А, во, поплыли. Мори-е-мукау-нагамаса-доно-то-томо-ни. Лифт-де-го-де-Осака-ни-мукау-кото-ни-итасу. Что это такое? Похож на этого? Игра такая была. Гиш, по-моему. Вот там подобный персонаж был. А, не, этот с щупальцами. В Гише просто была эта капелька нефти какой-то ртутной. Порепала или... いかに、おぬしとて、歯が立つまい。リーフデゴも、ひどいありさまじゃ。ひとまず、秋に寄るとしよう。長政殿は、親族にあたる、平岡頼勝殿の調略に出向くとのこと。船が修理されるまで身動きは取れぬし、毛利の調略を手伝ってくれ。 Okidoki. Давай, Пакедова, Артём Раваев, тебе тоже удачи. Как говорят у нас на канале, любви, добра, тепла и доброй ночи. Ваш тигр на меня рычал. А, у них, оказывается, в шляпах прорези для того, чтобы смотреть. Никогда бы не догадался. あれが石田の家臣筆頭、島左近殿。敵にはしたくない相手よ。しかし、左近殿でも毛利の調略は難しかろう。 Попробовать темный? Блин, узнать бы, что это такое. Что за сумеречные задания? И можно с них ливать? Ну, типа, я зайду, погляжу и убегу оттуда. Можно так? Или так не работает? Я чувствую присутствие чего-то жуткого на поле, где никогда... Отгремела битва. Будто притянутый некой сверхъестественной силой, я вернулся в это место. А, и чашечку можно... Ну, эту пельмешку одну, которую я не нашел, еще раз найти. Не, ладно, не будем. А то... Чревато. Древний текст, горшочек воды Йокай, локон юного мага, кусок железа духов, амулет ветра.
Страж преисподний, уровень 25. А здесь 27. Пошли дополнительное выполним сначала. Задача магов Амёда — поддержание баланса между нашим миром и миром иным. Увы, войны не кончаются, и тот мир переполнен душами мертвых. Еще немного, и ситуация выйдет из-под контроля. Господин Андин, я могу отправить тебя в мир Йокай. Странное место, что находится между миром мертвых и миром живых. Могу ли я попросить тебя Могу ли я попросить тебя усмирить орды Йокай, что пытаются прорваться в наш мир? Да! Йомоцу Хиросака считается вратами в подземный мир. Пройдя их, путники увидят реку Санзу, что разделяет миры живых и мертвых. Нынешняя война породила огромное количество умерших, и монстры Йокай слетаются на их души, как пчелы на мед. Идрич. Что-то вроде обычный киркомет, киркачел. А бьет-то больно. И я еще туплю. А, типа, они бесконечные, что ли? Это он камнем в меня кинул? Ой, а чё их так много теперь? Да я с ними вообще сражаться не умею, они вот на меня вот так вот прыгают, я не знаю, что делать. Кроме как противоядие жрать, и то я не успел противоядие сожрать. Офигеть! Чё-то сложно, пацаны! Ни разу не попал, бил, не попал. Меня камнем в итоге забили просто в голову. Как с ними справляться? Они по земле ползают, я их не могу победить. Ой. Что-то здесь трупов столько. Я так понимаю, это типа испытание такое своеобразное. Я хочу домой! Верните меня домой! Я буду самураем так. Да они меня сейчас опять убьют. Их слишком много. Еще и огненная тварь, которую я не умею побеждать. Казалось бы. Так, огненная башка. Огненная башка. Высматриваем огненную бошку. Все, попроще сейчас будет. Наверное. А что, ты нифига не проще, правда? Да ёпрасоте! Нифига себе уронище!
Сейчас еще это еще не все скажет. Блин, у меня комп-то нету. Вот как их по полу убивать? Так, а чё с этим-то тонфами можно? Ядрить! Чё так сложно? Мама. Я думал, добьёт, а оно не добило. Он один. Ой, еще и не один. Господи, божечки ты мой. Ужасти-то какие. Где мелкий? Да пошел ты нафиг, мелкий! А, надо было его убить. Да. А теперь я застрял. Блин, вот мелочь пузатая, а? Я-то думал, он обычный. Орк. Он оказался необычным орком. Жалко, друг друга не бьют. Было бы забавненько. Ну ничего, ничего страшного. Полдня побегаем, мы, может быть, победим. Это не точно, правда. Но вполне вероятно. Вы чё это делаете?
Блин, знал бы я, что мальцы, короче, потом вот в таких здоровых превращаются. Раньше бы разбираться начался. Ничего, ядиком накормили. Пацан там заблудился, он кругами ходит, ходит, думает, чё? Чё? Где он? Где он? Чё? Найду! Убью! Сволочь! Где он есть? Чё его найду? Я здесь! Эй! Малец! Так, главное не довыпендриваться. Так, ну надо поаккуратнее в следующий раз с заданиями. А то выбрал ёшкин кот. Даже не знал, что тут такое задание будет сейчас. Фу, надо передохнуть. Может, с кем-нибудь побиться? С этим нельзя, чайником. Ну-ка. А чё, никого не могу посмотреть? Ну, ё-моё. Я хотел посмотреть, какого уровня сюда чуваки заходят. Может, я вообще рано сюда пошел. А зато справился. Сам. Замансовал с третьего раза. Чем не повод гордиться собой? Нос вот так задрать и ходить теперь. Как будто я превосходный танфовед. Как сказал Ред Барон, руки биты. Руки словно биты. Ну там песня, короче. С кем-нибудь попиться. Да, неплохая идея. Давненько, кстати, не ел пиццу с морским коктейлем. Ну типа пицца с креветками, там всякими осьминожками. Вот такую пиццу. Вообще давно пиццу не ели. Не ели. Не забывайте поддерживать стримера, чтобы он мог позволить себе пиццу на Новый год с мандаринами. Так, это должно на некоторое время успокоить монстров Йокай. Увы, пока не закончатся войны, злобные демоны будут проникать сюда. Лишь мир на земле позволит нам отдохнуть, и я молюсь, чтобы мир этот наступил как можно скорее. Ну да. Все верно. Вот что-то я кнопки понажимал какие-то. Опять не титулов каких-то надавали. Амарита, шмамарита. Ой. Сколько мультиков понаоткрывал. Спасибо за мандаринку. Так, я знаете, что хотел глянуть. Вот у меня вот есть всякие вот эти вот не отеки. Нет, не отеки. Где-то были, не для ковки вроде бы. Ладно, пускай все предметы. Ой, не, это совсем все предметы. Для ковки стрелы ключевые быстрые. Во, быстрые кнопки. Вот эти, может, локоны всякие поиспользовать, чтобы добавились-то эти очки навыков. Вот этих тоже три штуки. Вот, это очки навык ниндзя. Конечно, их надо было использовать. Они у меня валяются просто так.
Ну и балбес же я. Поиспользую. Но сделаем мы это немного позже. Мне нужно отойти на 5 минут, секунд. Я тут решил крестик нажать. А, ну пока 2 доступно, да? Окей. Походу тут еще. Ладно. Так вот, отойти нужно на пару минут. Так что я скоро вернусь, вам песенку включу, рождественскую, очередную, и продолжим.